Ну как минимум, пар. Боже, оно мог подземелилось. А вот золотую медаль Дениса развивается доступно развитие. Мало теневой охотник. Дело тут сразу. Тут не указано название. Как золотую медаль получит? Судьбой синий. 50% быстрее. Чем? И отправить туда подземелье. Не знаю, где он делал. Пошел. Дело в том, что орков тебе присоединяют. Шейна нужен артефакт. Щит боевых искусств еще один. Там не получится у них. Стрельба-то вообще там. РНР пока никуда не пойдет. Боевые штуки. Тоже 4 тура как тут. У нас морды все равно 4 тура еще поставили. А у нас другого нет, а то Сандрон. Стандартный вещи. Пока что. А там сейчас пару стеков уже что-то. Ну тут 4 тура на пару барда. Сотка золота, 20 мало. Так, хорошо они. Голдбранд. Голдбранд. 6 туров, он сам расширится. Стену, конечно, не особо. Не охота ставит. Может, хоть арену. Мечников, да, арену. У нас доход 350. Вот. Ремонт. Можно запустить еще одно гнома. У нас этого не хватает. Можно сходить попробовать. Ядовитый привок в дорогу пара. У нас только один стрелок. Компан будет. Еще есть стрелок. Ну тут у нас ладно только ящик. Но пока никого нету. Перезарядка 2 ходу. Шок, шок. А вот. Граница не...
около нее. Вот их. Они так. Да, там вот ты можешь еще так. А потом перепрыгнул надо сюда. Так, сюда на угол. Там. Мана какая. А у нас вот такой город. Ну, произвел стоит. Ну, это для охраны города. Надо что-то подразить этому городу. Каменную стену. Ну, как бы... Нам она ничего не даст. Плюс один радио. Минус гром. Надо укрепиться. Как бы это вообще. Сейчас уже тут монстров хватает. Армии тоже хватает. Сейчас будет стрелок на барабанах есть. У него. Его брони слышно. Ну сейчас до стену, потом стрельнешь, не срывай. Вот ты кто? Это мы их выставили. Уже их отправить на зарубу. Зачем вам? Можно не отправлять. Или отправить, эти пойдут на осаду. Эти будут сюда. В город. Без армии как бы не... Не сверху нам надо. Может плюс 20 золота еще. Я сейчас что герой так не будет. Вероятно. Ну понятно, что. Ну сейчас их разобьем.